открывает смотр-конкурс построения команд и внос флага Российской Федерации. Из уст каждой команды звучит гимн России. Конкурс «Строй и песни» – это не только соревнование, еще и показатель сплоченности команды. Коллективы готовились несколько недель, разучивали песни, учились ходить строем и подбирали соответствующую форму. Сегодня в смотре конкурса принимают участие третьеклассники. Одни заметно волнуются, а стойкости других следует поучиться. Ксюша Баркова запевала команды «Крылатая пехота». К конкурсу Ксения вместе со своей командой готовилась ответственно. Мы учились очень долго. Где-то месяц, может быть, и больше. А в чем сложность? Сложность в том, что повороты, то есть мы должны были выполнять их ровно, стойкости учились, шагать учились. Мы должны были показать класс всем классам. Жюри конкурса оценивало команды по четкости выполнения строевого шага, внешнему виду участников смотра, четкости выполнения команд и исполнению песни. Смотр «Строй и песни» в школе номер 31 – уже традиционный конкурс, который проводится более 5 лет. К нему серьезно относятся и взрослые, и дети. С самого раннего возраста очень важно прививать детям уважение к российским военным, военнослужащим, к людям, которые на передовой, в тылу, готовы отстаивать честь своей родины. Я надеюсь, что это положит основу для того, что вырастут достойные граждане нашей страны. По результатам конкурса каждый класс отмечен грамотой в номинациях: лучший командир, лучший строевой шаг, лучшая песня и лучшая форма. Олеся Павлова, Евгений Михеев, Александр Кобзарев, область новостей.